Ребята, всем привет! Привет, мои подписчики! С вами на связи канал Заказ Сети.ру, ребята, и я автор этого канала, Ярослав. Кто-то получит вот такой вот нож-кредитку за лучший комментарий. Ножик офигительный, ребят, пишите комментарии, и я подарю тебе вот такой вот нож. Ребят, в этом видео я буду разыгрывать вот такие вот часы Casio GRG100. Это офигительная копия, очень она хорошо продается, оригинал стоит очень дорого, но копию можно купить. Копия вот такая вот стоит 10 баксов, ребят. Так что делайте репосты, жмите большие пальцы, пишите свои ID под видео в комментариях, и я буду дарить вот такие вот часы. Часы офигительные, ребята, часы зачетные. Я такие часы рекомендую. Если не выиграете, то, ребят, покупайте, часы действительно классные. Если понравится, то будет у вас мотивация, вы заработаете себе на оригиналы. Ребят, в этом видео я буду рассказывать, с названием вы уже поняли, про заработок на YouTube. Многие меня спрашивают, вы мне задаете вопросы, сколько я зарабатываю, как я начинал. Ребят, на YouTube можно заработать деньги, живые, настоящие деньги, конечно же, можно заработать. Конечно, нужно работать, нужно включать мозги, нужно развиваться, думать, как заработать деньги. Это все реально. Если захотеть, то деньги можно заработать. Ребят, я вам покажу в этом видео свой личный кабинет на партнерке. Партнерка у меня Air. И, конечно же, YouTube аналитик. Вы сами увидите, что реально живые, настоящие деньги можно заработать. Делайте вывод. Регистрируйтесь, ребят, по моей реферальной ссылке. Кто зарегистрируется по моей реферальной ссылке, я буду развивать, продвигать. Будем делать совместные конкурсы, рекламу. Ребят, я вам обещаю, что я буду заинтересован в вашем развитии. Я буду вам помогать, конечно же. Ну и, конечно же, вы будете зарабатывать свои настоящие деньги. Будете финансово независимы и не будете идти у кого-то на поводу. Развивайтесь, смотрите видео дальше, подключайтесь к моей партнерке Air. Партнерка хорошая, у меня был страйк. Решили быстро эту проблему, я обратился в партнерку, и этот страйк убрали. Потому что партнерка реально офигительная, можно заработать, нету никаких проблем. Конечно, если у вас будет не авторское видео, ребят, то будут проблемы. Если вы будете делать авторское видео, сами будете придумывать разные видео, будете писать сценарии, занимайтесь тем, что вам нравится, ребят, и тогда будет прогресс, будет успех, и вы сможете заработать вот такие вот деньги. Не забываем, ребята, что кто-то получит вот такие вот часы Casio GRG100 за очень простые условия. Нужно нажать большой палец под видео, написать свой ID под видео в комментариях, сделать обязательно репост, обязательно делайте репост, и я тогда найду победителя, и кто-то получит вот такие вот часы. Ребят, ну а сейчас я вам покажу, как реально вот такие вот деньги можно заработать на живом примере. Мое видео, ребят, попадало в топ, и сейчас я вам покажу, сколько просмотров, какой заработок. В общем, переключаемся туда и продолжаем смотреть. Ребята, вот статистика моего канала, это YouTube аналитика, видите, да, сколько просмотров было у меня за месяц, 620 тысяч просмотров, видите, вот видео попало в топ YouTube, 68 тысяч просмотров набрало. Ребят, когда ваше видео попадает в топ YouTube, то это большой-большой прогресс для вашего канала, идут подписчики, идут просмотры, идет заработок, то есть, видите, вот сколько пришло просмотров ко мне, когда видео попало в топ. Регистрируйтесь по моей реферальной ссылке, регистрируйтесь в Air, и я вам расскажу, как выводить видео в топ. Вы тоже сможете выводить так видео и зарабатывать деньги. Вот видео начало чуть-чуть опускаться, и меньше начало просмотров. У меня есть опыт покупки рекламы, я много покупал рекламы, экспериментировал, делал эксперименты, есть у меня большой опыт. Этим опытом я буду делиться, в планах создать закрытую группу, где мы в группе будем общаться, я буду рассказывать, показывать, что нужно делать. Вот, ребята, я вам покажу заработок. 244 бакса пришло за месяц. Видите, когда видео было в топе, вот $26 я заработал. И начало чуть-чуть спадать. Ребят, почему Air? Была проблема у меня со страйком. То есть я написал в Air, быстро все решили, все обсудили. Они мне помогли, большие молодцы. То есть все деньги, которые я 30% им отдаю, они отрабатывают. И вот так вот. Плюс к этому... У меня скоро будут большие перемены на канале, плюс когда у вас перевалит за 25 тысяч подписчиков, они вам будут делать дизайн. Ребята, вот мой кабинет Air, здесь видно, что я заработал $148. Это в гривнах получилось 3200. Почему гривнами я вывел? Потому что, ребята, мне перед Китаем, перед поездкой в Китай нужны были деньги.
Ну, вообще лучше выводить на WebMoney. Там заработали вы 148 долларов, 149 долларов, то вы выведете все деньги. Нету никаких там ограничений, там игра с курсом, то есть там все отсутствует. Заработали 200 баксов, вывели 200 баксов. Выводите на WebMoney. Там порог, по-моему, уже 10 центов на WebMoney. То есть заработаете 1 доллар, 1 доллар сможете вывести. Нету там никаких ограничений. 155 тысяч коммерческих просмотров. В общем, вот так вот. Регистрируйтесь по моей реферальной ссылке, вы не пожалеете, ребят. И вот еще пример, почему нужно регистрироваться в AIR. Потому что, ребята, когда кто-то будет смотреть ваше видео, видео посмотрели, и вот справа тоже AIR подмешивает видео, и пользователь, посмотрев ваше видео, обратно 100% захочет посмотреть видосик еще ваш. Ребят, в общем, все. Жмите большие пальцы, не забываем за лучший комментарий, кто-то получит нож кредитку. Жмите большие пальцы, делайте репосты. И за вот такие вот небольшие манипуляции, за небольшую активность, кто-то получит, ребята, часики GA-G100. Это крутые часы. Ребят, ну, в принципе, все, буду заканчивать уже. Все, в принципе, сказал. Если что непонятно, пишите в комментариях, буду рад вам ответить. Пишите, регистрируйтесь по моей реферальной ссылке. Обязательно вас буду продвигать, рекламировать. И все будет у нас офигительно. Ребят, у меня все. Всем спасибо. Жмите большие пальцы. Всем хорошего настроения. Пока-пока.